Форум местных сообществ «Диалог власти и общества в интересах людей и развития региона». Такое название получил гражданский форум, который прошел в областном центре в 9-й раз. Главной темой форума стало формирование социальной сплоченности. На пленарном заседании обсудили главные задачи и перспективы на 2018 год. Гражданский форум – это уникальная площадка взаимодействия гражданских активистов, некоммерческих организаций, общественных и отраслевых палат с исполнительной, законодательной властью и системой местного самоуправления по вопросам гражданского участия в развитии региона и решении социально значимых вопросов территории населенных пунктов Ульяновской области. В рамках мероприятия прошли сразу несколько дискуссионных площадок, где обсуждали потенциал и поддержку некоммерческих организаций на региональном и местном уровне. Здесь же прошли заседания общественной палаты и первый региональный съезд территориальных общественных самоуправлений. Последний был организован на средства, выигранные ТОСом «Мостовая слобода» в региональном конкурсе грантов. Не только наш ТОС, а все движение ТОС на федеральном уровне признано лучшим. Как я сказал на сцене, что с этого ростка не только будет развиваться движение ТОС в Ульяновске, в Ульяновской области, а будет развиваться движение ТОС на территории Российской Федерации. Так мы уже вступили в общенациональную ассоциацию ТОС, и у нас уже федеральный статус. О чем говорить с гражданским обществом и на что обратить внимание в будущем году, обсудили члены общественной палаты, палаты справедливости и муниципалитетов. На повестке дня важные вопросы, касающиеся в первую очередь обычных граждан. Ну и, конечно, такие темы, как состояние здравоохранения в сельской местности, это дороги, общественный транспорт, чистка дворов. То есть мы не будем уходить с этой повестки. То есть все, что транслируют наши граждане, все, что им мешает жить, с чем они сталкиваются повседневно, вот, например, это та работа, которой мы сейчас занимаемся, оценка состояния подъездов с последующим составлением графиков их ремонта. То есть это самое первое, на что мы должны уделять больше внимания. Глобально это да, это, конечно, нужно, но что наболело у людей, глобальное что-то можно и подвинуть. Для того, чтобы гражданское общество действительно принимало участие в жизни региона и было осведомлено о тех или иных решениях, принятых в правительстве области, в конце каждого года будут обсуждаться итоги работы каждой правящей структуры. Мои заместители по каждому из своих направлений будут докладывать вам о том, как выполнены те задачи, которые перед ними поставили наши земляки, которые сформулировал и, соответственно, оцифровал и поставил губернатор Ульяновской области. И вам решать, правильно мы двигаемся, достигли ли мы тех результатов, которые на сегодняшний день вы перед нами поставили. Помимо общественной палаты, на базе каждого крупного учреждения и предприятия действуют свои общественные советы, а в районах – муниципальные палаты. Чтобы работать в одном направлении, каждый участник понимал свою роль в общем деле, было разработано соглашение о создании ассоциации субъектов общественного контроля, который также был подписан в рамках форума. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».